Так, открыли новый магазин. И в Паторе 24 градуса. Сеть круглосуточных маркет-баров. Что такое означает маркет-бар? Продают спиртное сутками. В бутылках можно купить. Но упаковку скрывают, будто вы в баре покупали. На самом деле в маркете по цене магазина, а не бара или ресторана. Вот так обходят законы. 24 градуса. Пьянцам, ну непонятно. Короче, бар-маркет, 24 часа напротив рынка. Интересно. Купринская сеть, вот только первый магазин здесь. Бар. Значит, можно пробовать круглосуточно. Да, круглосуточно вы можете и купить себе круглосуточно, и пробовать. Как если не хватило, прибегайте. Так. Так, только открылись. Ну, хорошее заведение. У вас намного будет посетителей. Ждем, И подписать. Вот такой у них сервис. Не надо. Как? Я знаю, что надо писать. Ножом еще сало резать. Скоро это все вообще будет. Отлично. Ничего, порезали же. Да. Закусили. Березовые бруньки. А, на березовых бруньках. Ну, о. Так, это как не напишу, что я вам закончил. И за прилавком. Ну, вообще. Ошибись. История, ну, да? Ну, что, сало-то вкусное оказалось? Сфотографируй меня.